В США реальный срок дали виртуальному помощнику террористам. Хакер из Косово Ардит Ферези впервые получил срок за помощь Исламскому государству. Сообщается, что мужчину признали виновным в пособничестве запрещенной в России террористической группировке и приговорили к 20 годам тюрьмы. Хакер был задержан в Малайзии в октябре прошлого года по подозрению во взломе одной из американских компаний, в результате чего им были получены данные о более 1000 гражданских и военных лиц. Эти люди были автоматически включены в расстрельные списки террористов. Ферези вычислили по IP-адресу, который он засветил в результате атаки. Кроме того, со своего личного аккаунта он публиковал экстремистские посты в соцсетях. В июне подсудимый признал свою вину, и по американским законам максимальный срок за подобные преступления составляет 35 лет.